Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Пластра от производителя SLV. Коллекция Пластра – это очень большой набор светильников разного назначения, материал которых гипс. То есть все они сделаны из гипса. Этот светильник не исключение. Это у нас накладной точечный светильник. Размер у него 13,5 см на 9 см. Светильник можно красить. В комплекте будет тонкая наждачная бумага. Перед покраской его нужно будет зачистить, обработать грунтовкой, после чего красить. Покрытие у него гладкое, на ощупь очень приятный материал. Сразу не скажешь, что это гипс. Абсолютно нет ощущения хрупкости. В руках надежный прочный светильник. К тому же это экологически чистый материал. Патрон используется ЖУ-10, он из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. В комплекте лампочки не будет, она приобретается отдельно. Я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, которая выдает около 50. Можем его включить. Свет он дает направленный. Светильник такой может использоваться как дополнительное освещение, также и как основное. Один такой светильник способен осветить площадь в 2 квадратных метра. Крепится он с помощью монтажной планки. Вот его планка. Она снимается. Для нее отверстие, 2 болта, которые держат. Расстояние между отверстиями планки для установки 5,5 см. С планку установили. Завели в эти отверстия и потом болты изнутри нужно будет затянуть. Эти лампу снимем. В комплекте будет такая присоска для удобства установки лампочки. Пересоединяем, делаем полуоборот против часовой и достаем. Вот там внутри за патроном будут болты, которые нужно будет подтянуть, после чего устанавливаем лампу и светильник готов. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!